Любители рыболовы, я не знаю, может быть, они нигде не работают, на какие-то средства они живут, что они постоянно занимаются только нашим озером. То они проводят митинги, то они у нас на берегу. Сами понятия не имеют об лове, а хотят людей оставить без работы, без всего, без куска хлеба. Что это творят они? И кто им разрешает эти каждую субботу собирать митинги? Кто он такой, чтобы решать судьбы сотен семей? Вот попробуй, покорячься. Вот так вот, со стами режами. Они только в интернете смелые. Да вот собирать этих старушек, пенсионерок. Не такие митинги устроим. С ребятишком приедем в этот Новгород, в Белый дом в этот. Ребятишек всех маленьких возьмем и жонкам из бабы закажем. Не такой митинг устроим. На всю Россию узнают тогда, как запретить здесь. Они думают, о, запретим на 2 месяца. И все, ничего не будет. Деревня Взват, 6 апреля. Местные рыбаки разбирают первый весенний улов. Настроение у всех не самое веселое. Пока еще не ругаются, но уже очень сердито ворчат. Виной тому очередной виток многолетнего противостояния с рыболовами-любителями, которые уже не одно десятилетие обвиняют промысловиков в уничтожении тельминской ихтиофауны. Требуют ограничить лов, а то и вовсе его запретить. У рыбаков, конечно же, свое видение ситуации. Прошлый год. Удевщики кричали, рыбаки всего окуня выбили. Всего. В этом году что было? Посмотрите в интернете, там такие горы окуней у них наловлено. Это далеко мне вот с этим уловом. Мы и сами с тобой ловим. Да, я и сам даю двое оторваться. Тоже любитель заядлый, зимний. А окуня, рыбу в нашем озере никогда не выловишь. Потому что если, считайте, 100 мерешь, это значит стенка стоит. В этой стенке такие дырки, которые рыба проходит. Неводом берем только 20-25% того, что мы кружим. Заимел удочку, альспиннинг, да и резиновую лодку. Все, он любитель. Не платить ни за что не надо. А нам и налогов, и горючее такое дорогое. Все надо платить. А вон я привез сейчас 100 килограмм, наверное, меньше. И что это на четверых нам? Зимой вот мы видим их на озере, на льду. Как пингвины сидят, их тысячи. И если даже каждый по килограмму поймает, это вот столько тонн. И не платя ни налогов, ничего. Мы же платим налоги и за биоресурсы мы платим. И от заработной платы, и от вылова. Вообще вот всевозможные налоги. Они же, я не понимаю, чем занимаются. Любителей на лодках сколько? С маленькой речки выезжаешь, надо как на машине, на перекрестке, направо-налево смотреть, чтобы тебя не снесли. Раньше едешь, мерешь, нагрузил и не смотришь вперед, кто там, ну, если толкачи когда ездят. А теперь надо как это, правило дорожного движения звать, помеха справа или что. Такая сейчас на нас давка идет, прям невозможная. Если посчитать, сколько любителей вылавливают, я думаю, любители даже вылавливают больше, чем промысловики. Почему? Потому что у них нормы нет, ничего у них нету. А у нас мы так ограничены во всех этих лимитах, ну, то есть мы стараемся в рамках всего закона это делать, потому что мы понимаем, что там штрафы хорошие, огромные, большие, и нам просто самим невыгодно. С 15-го охота, да. Все, начнется. Воровство, резать. Красть, ломать. О, пока их нет на это, у девчиков и охотников на водоеме, спокойно работаем. Только они появились, разрешение на выезд. Все. Так что вот. Что, мережи портят? Конечно. Ладно, рыбину взяли там. Ну, бог с ним, разрезали дырочку в рыбину. Так они все 10-12 мереж разрежут. Рыбу украдут. Весной в нерест ограничения самые строгие и по местам, и по орудиям лова. Хотя наиболее активные защитники озера настаивают на полном запрете промышленной рыбалки, пока еще разрешено вести добычу мережами, традиционными сетями-ловушками. Это классическая парная взватская мережа. Средняя часть называется крыло. В него рыба упирается как в стенку, расходится по сторонам и попадает в хитроумные ловушки рыбаков. Так называемые горла внутри
этих садков сужаются от одного к другому, самый узкий в конце, и уменьшается размер ячеи. Собственно, улов скапливается в последнем отсеке и находится там, живет и достаточно долгое время. В удепшике говорят, что их затрат никаких. А посчитайте, килограмм дели стоит 420 рублей. А надо к минимуму 5-6 килограмм, да, на ряд? Вот. Плюс проволока, плюс нитки, плюс работа. Посиди, работа. Это месяц надо сидеть, чтобы сшить 10 мереж. Это не так все просто, не так все быстро. Языком можно наговорить, ох, сколько. А попробуй сам, не у каждого получится. Наше озеро – уникальный водоем с богатой кормовой базой для рыбы и обилием удобных нерестилищ. Благодаря этому Ильмень всегда славился хорошей рыбалкой, хотя год на год не приходится. Урожайные периоды сменяются относительно бедными. Особенно это касается ценной рыбы – судака, щуки и крупного леща. Для их сохранения и воспроизводства за последние полтора века на Ильмени вводилось немало различных ограничений промысла. В разные годы здесь были запрещены многие орудия лова, причем по делу. Но к мережам даже в нерест вроде бы никаких больших претензий никогда не было. Тем более по судаку и лещу. На нерест леща вообще-то очень трудно. Ну, у нас вон в Тулибле обычно ловят. Там браконьеры сетки ставят. Ну, рыбаки-то не ловят. Это там все время сетками вон в Тулибле заставлено. Может, видел, когда там все время там. Ну, он тоже в своих местах нерестится лечь. Сейчас судака вообще нет. Сейчас ему рано, он сейчас он где-нибудь в мае только будет еще. Сейчас идет нерест рыбы, которая называется фитофильная, то есть которая откладывает икру на растительность. То есть вот сапа, плотва, ну, щука в том числе. А тот же судак, он нерестится абсолютно в других местах, то есть на песчаном дне. То есть и получается, что мы его вообще, судака, в весенний период не ловим в нерестовый. Массовый мережный лов на озере продлится до начала мая. За это время, по практике прошлых лет, будет добыто порядка 200 тонн рыбы. По большей части озерной мелочи – плотвы, сапы, кустеры и окуня. Щука в приловах всегда была и будет, но объемы ее не так уж и велики. Щуки, общий запас, например, 3100 тонн. Промысловый запас – это половозрелая щука, 3 года плюс, ее 2240 тонн. А квота на вылов нам дают 210 тонн. На область. То есть получается, если даже из половозрелой щуки в 2200 тонн выловить 200, то невозможно подорвать запасы щуки в озере. Прежде чем чего-то запрещать или разрешать, это нужно всегда провести научную работу. Посмотреть, посчитать, поставить мережи, увидеть это все. И все посчитать, будет ли урон, не будет ли урон. А потом уже делать какие-то выводы и запреты, и разрешения. Дело в том, что сорная рыба-то вот эта вся, она поест всю икру, то есть хороших пород. То есть почему она и выбирается-то? Почему Зиновий Михайлович, который написал несколько книг о озере, он сказал, что мережный лов необходим, необходим. Он же, наверное, всю жизнь отработал в инспекции и знал озеро наизусть. Ну, и Асанов же написал недавно статью, то есть, который наш был госнеорхом руководил. Он тоже написал, что необходим мережный лов, чтобы выловить. То есть, ее, если мы в период нереста не выловим, вот эту всю мелочь, ну, то есть расплодится миллионы ее будет, миллиарды, то есть, и есть запас не будет, то есть, ну, просто-напросто она погибнет, да и вся рыба, то есть, кормовой базы не будет. Рыбный промысел и взват – понятия неразрывные, вековые традиции передаются из поколения в поколение. Есть, конечно, на Ильмени и другие исторические рыбацкие деревни, но ни одна из них в такой степени не зависит от озерных богатств, и больше нигде не сохранилось столько промысловых династий. Расположенный в дельте Ловоти взват связан с большой землей одной единственной дорогой. Да и ту в прежние годы в паводок регулярно заливало водой. Мы всю жизнь, наши деды и прадеды здесь ловили только рыбу. Больше ни пахать, ни сеять мы не умеем. Здесь многие говорят, что нужно что-то пахать, сеять. Но здесь действительно, здесь получается полуостров, на котором кроме... ну, здесь этой деревне уже 800 лет. То есть 800 лет здесь люди живут и занимаются рыболовством. Как родился, так рыбак. Ну, тут все, наверное, так. Ну, да. Так что все рыбаки, деды, прадеды, все рыбаки у меня. Вон отец ловит, тоже рыбак. Фиг знает, деды учились всему, как бы, как работать.
Я в невод пошел в 17 лет, а мои одноклассники в 16, в 14. Вот. Раньше не было такого, что... Пионерский невод у нас был. Да, пионерский невод. Да. По 14, по 12 лет уже ездили, ну так, учились, неводочек маленький. Раньше, если ты был передовик, то тебе вручали ордена, медали. А сейчас получается, то есть ты, если хорошо уловишь, то тебе выписывают протокол. Если взводские мужики промышляют в озере, то основной работодатель для женщин здесь – местный рыбзавод «Красного рыбака». Крупную рыбу предприятие реализует в свежем виде, а весь так называемый мелкий частик завяливают, и теперь производство работает бесперебойно. Сейчас вот мы построили, здесь поставили морозильные камеры, которые при минус 36 градусов замораживают тонну за 2 часа. Поставили две таких камеры, то есть 20 тонн легко замораживаем. Идеальная заморозка шоковая называется. И плюс построили холодильники, где-то у нас на 500 тонн хранения холодильники. Весной уловы не такие уж и богатые. Главный урожай мелкого частика взводские рыбаки собирают летом. Уже в мае основная их масса займется подготовкой неводов-двойников. Еще лет 15 назад их в хозяйстве было 4, осталось вдвое меньше. По большому счету, апрельские мережи для большинства местных промысловиков – единственный способ хоть что-то заработать в межсезонье. И запрет на них может обернуться еще одной проблемой. Они сразу молодежь убегут. А у нас в двойниках, в неводах, их 22 человека, а остальные старики. И с кем я поеду неводом ловить? Ни с кем. Не будет никого. Если с двух один соберем старья всякого, и работать некому будет. И пропадет все, и деревня вымрет. Если ограничить промысел, не будет тех же неводных бригад. Неводные бригады с июня месяца выходят на лов, и они облавывают все эти затоны. То есть, если их не облавливать, они просто зарастут и заболотятся. То есть, и будут, вот как говорят, бывают заморные явления зимой, когда от нехватки кислорода. А здесь будет нехватка кислорода летом. То есть, когда будет избыток растительности, и растительность будет поглощать этот кислород из воды. На него, да, если не будут на озере ловить, он как санитар. Не, вот всю эту мелкую рыбку, которую он съедает сейчас икру, вылавливаем этим неводом. Не будет ни водов, и все, и пропало озеро, если ни водов не будет. Ну, представьте, на всем озере 200 рыбаков. Ну, это ж... Вот, как сказать, в том году, я знаю, что в Устрике даже двойки не вышли, потому что не найти народу. Ну, не найти народу. И здесь также вот в неводах у нас, вот сейчас старые мужички уйдут, и все, еще не вот один успокоится. Так что и в мережах нет много народу. Это хоть они там кричат, там запретить. Вот почему эти люди с интернета, которые говорят, что мы там черпаем, не пришли бы молодежь-то поработать сюда. Не хотят, потому что здесь надо вкалывать. А у нас стареем все равно. Мы помрем, и все. И не будет здесь и лова никакого. Все вымрет. Молодежь уедет, и все. И им надо семьи кормить, у них по двое ребятишек маленьких, их надо кормить. Если не заинтересовывают молодежь, чтобы она приходила на работу, вот, растить новые кадры, то промысел может сам по себе иссякнуть через там, максимум 10 лет. У Ильменя много защитников. Одни митингуют, другие пытаются сделать что-то реальное и выставляют посты на озере, чтобы хоть как-то противодействовать расплодившимся в последнее время браконьерам. Ученые стараются вести строгий учет всем рыбным запасам от судака до сопливого ерша. Но за всем этим появляется еще один исчезающий вид. Количество ильменских промысловиков за последнюю пару лет сократилось на 20%. За ними нужно присматривать, контролировать их, но никак не уничтожать. За минувшие столетия они вроде бы как и сами стали частью озерной экосистемы.